Показывает все свои доспехи. Ты потом в ГБ не пойдешь? Андрюш, ты в ГБ не пойдешь? С этой пленочкой. Тусовка такая, да? Посмотри, вот на этого молодого человека. Это камкордер, да? Ой, что ты делаешь? Да. Да, мы в Москве позавчера снимаешь. Соня, все только берут такое. Христиане. А он что-нибудь слышит, нет? А как же? Тебя слышит. Не что, а кого? Ну что, идем, значит, да? Да, конечно. Да, располагайтесь. А у вас кассеты есть? Ну, конечно. Все, конечно. Наручники у нас сегодня. Спасибо большое, да, все. Так, Павел, Кира, Сережа. Павел. Ой, маленькая, у вас очень дрожит. Мне подарочек. Так, еще потише. Подержись, пожалуйста. Ну хорошо, не хочешь, не надо. Не вот, я тогда наряжусь, ты меня предупредишь. Ладненько.
Даже записывает. Ну, конечно, она этим и занимается. И сейчас нет, записывает звук. Сегодня у нас день просто для общего знакомства. Каждый из вас скажет, как вас зовут. Сейчас придет отец Иван, наш второй священник. Вот, и мы начнем все молебном. Особым песнопением, молитвами, которым начинается всякое дело. На ней преследовали веков. Он твои
Yeah.
да, конечно, прежде всего я хочу вам сказать, что наши с вами встречи здесь, это не значит, что к школьным урокам еще прибавляется нагрузка. Это совсем другое. Здесь мы будем говорить не о простых знаниях, читать, считать, знать литературу, географию, естествознание, а мы будем говорить с вами о самом важном в жизни. Хотя вы все юные, но вы все знаете, что человеку суждено умереть. Я уверен, что каждый из вас, это даже маленькие дети об этом думают, невольно размышляют, что всем нам придется умереть. Что это значит для человека? Так вот, христианская вера на эту тайну дает нам откровение и объясняет людям самое важное, что человек на самом деле не умирает, а что человек уходит в вечность, но не каждый, а тот, кто строит свою жизнь так, как заповедал ему Господь. Значит, это знание, эта вера исключительно важна для нас, жизненно важна. Понимаете, можно многого не знать, но это знать надо. Что хочет от нас тот, кто нас создал, привел в мир? Я уже, по-моему, говорил вам, когда первый раз с вами познакомился, что вы должны себе представить, вот этот дом стоял, когда никого из вас не было на свете. Не было вот вас. Совсем. Вы не родились. И вот кто-то захотел, чтобы вы стали. Этот кто-то творец, создавший мир. И создавший каждую душу человечества. Это очень большой подарок. Самый большой, который можно сделать человеку. Привести его в жизнь. В мир, где есть радость, труд, цветы и птицы, и борьба, и трудности, и испытания. В этот мир Бог нас привел. И для того, чтобы стать достойными того, что Он нам дал, для этого надо услышать Его Слово. Вот для этого мы с вами будем собираться. Что говорит нам Божья тайна? Иисус Христос, о котором мы не раз с вами будем говорить, с того момента, когда вас крестили в детстве, с того момента становится вашим личным другом. Вы можете каждый день обращаться к нему. Вот это и есть молитва. Когда идете в школу, когда возвращаетесь домой, когда у вас есть свои трудности, проблемы, когда вам хочется кого-то поблагодарить за все хорошее, надо быть благодарным в жизни. Иисус Христос остался на земле жить. Он живет на земле, невидимо, конечно. Так вот, Он дал нам, людям, указание счастливой жизни. Несчастных много, как бы, но много. И кто несчастен от собственного плохого характера, кто несчастен по другим причинам. Христос нас Оно обещает счастье. Но только если мы будем такими, как Он нам заповедовал. Вот об этом мы будем говорить. Теперь два слова, я уже говорил об этом родителям. Что мы с вами, с чем мы с вами познакомимся? Есть книга Библия. Вы уже знакомы с ней по кратким детским изложениям. В прошлый раз, по-моему, я давал для дошкольников. Маленькие красненькие Библии. Вот. Библия – вечная книга. Я начал ее читать, когда мне было 6 лет. И вот с тех пор все читаю. И все что-то нахожу новое. И мы с вами будем ее читать и углубляться в эту удивительную историю, в эти удивительные слова. Ну и тогда вы будете знать очень важные вещи. Кроме того, вы будете разбираться, да, в истории и культуре своего народа, в мировой культуре.
Когда вы придете в музей, вы будете даже знать, что изображено на иконах, на картинах, на статуе изображает что. Короче, откроется вам очень интересный и богатый мир. Вот мы с отцом Иваном будем вам потихонечку читать, рассказывать, что-нибудь будете спрашивать вас. Вот. Только не думайте, мы не будем ставить никаких отметок, мы просто будем с вами беседовать. Хотя это называется школа, но, еще раз повторяю, это не такая школа, как обычно. Вот. Потом другой преподаватель будет с вами говорить о принципах жизни, которые нам даны в Библии. Как жить человеку? Что добро, что и зло. Вот. Вы, наверное, все читали в детстве книжечку Маяковского, что такое хорошо, что такое плохо. У него эта сложная наука вся уложена в такую тоненькую книжонку, которую может прочесть малыш любой. Вот. Вы, наверное, даже наизусть знаете. Если все было так просто, чтобы один грязный – это плохо, другой чистый – это хорошо, то жизнь была бы совсем простой. Но на самом деле все не так просто. Поэтому об этом нам придется думать, говорить и обсуждать. Вы все можете спрашивать, мы с вами будем об этом разговаривать откровенно. Кроме того, вы приходите в церковь. Вы все, конечно, как и ваши папы, мамы, очень мало там что понимаете. И это естественно, потому что в церкви все это складывалось сотни лет. Сотни лет. Язык церковный вам непонятен. В церкви употребляется старинный церковно-славянский язык, на котором говорят, собственно говоря, никто не говорил. В России был древнерусский язык. Основы церковно-славянского языка мы с вами пройдем, что вы сможете спокойно после этого прочесть, понять. Выучим церковные песнопения, некоторые песни к Рождеству, кое-что по искусству. Вот. И вот Владимир, вот там сидят ваши преподаватели. Вот Татьяна будет вас учить языку. А где Вова? Вот. Она преподает в школе. Вот. Владимир музыкант. Он будет с вами учить пение. Лик там подойдите. И, наконец, что у нас есть еще? Вы все знаете, что зимой у нас будет праздник Рождества. Вот здесь, на этой сцене, мы должны устроить красивый, интересный праздничный концерт. Мы должны устроить пьесу, песни и многое другое. Вы все будете в этом участвовать. Вместо певцов, артистов, художников, мы устроим на стенах здесь выставку всего того, что вы сделаете. Кто хочет нарисовать, мы дадим вам задание все сделать. И нам надо будет готовиться к этому уже сейчас. Вот это примерно будет круг наших занятий. Вот. А сегодня мы покажем вам некоторые слайды, которые изображают детство, рождение и детство Иисуса Христа. Потом, спустя уже много месяцев, на Рождество мы тоже это покажем. Но вы уже эту историю о рождении Христа многие знают. Но я думаю, не вредно будет посмотреть еще раз и увидеть примерно, как это могло быть. Потому что в этих кадрах все это снято как бы в натуре, это играют артисты, это сделано из кинофильма. А многие кадры сняты как раз в тех местах, где Иисус Христос родился, жил и провел свое детство. Вот, теперь я еще раз обращаюсь к
родителям. Когда у вас будут какие-то вопросы и пожелания, то вы прям не стесняйтесь, тут же мне говорите, мы все это решим. Таня, теперь два слова вам скажет преподаватель по языку. Почему, кроме того, чтобы понимать, что мы читаем в церкви, почему еще нам полезно знать церковно-славянский язык? Сначала для того, чтобы понимать то, что вы читаете в старых книгах, то, что вы слушаете в церкви. Но здесь есть не только и эта задача, потому что церковно-славянский язык – это и история языка. Это то, из чего появился наш русский язык, на котором мы сейчас говорим. И незаметно для себя вы будете прикасаться к истории этого языка. Вы будете как настоящие исследователи, которым интересно не только то, что есть сейчас, но то, из чего это сейчас выросло. Вы познакомитесь с интересными людьми, которые участвовали в развитии, становлении этого языка. Для того, чтобы азбука возникла, кто-то отказался от многих радостей и удовольствий жизни. Кирилла Мефодия, создателя церковно-славянской азбуки русской, сидели в тюрьме, терпели гонения только для того, чтобы у славян появилась вот эта вот церковно-славянская азбука, чтобы у них был свой язык, чтобы они могли свою повседневную речь перекладывать, записать и переложить в книги. И таких героических личностей немало. Это увлекательное путешествие в историю, в язык. Все. А какой же будет экзамен для языка? Очень просто будет. Кто из вас лучше всего научится читать, иногда в торжественные дни, вот на праздники, может в церкви вслух читать на клиросе Италии. Вот, один ему стихарь. Вот. Когда мы это все освоим, мы глубже поймем то, что происходит в храме. Иногда вам бывает скучно стоять, потому что вы не понимаете. Мы вам все расскажем и покажем, что касается богослужения. Вот. Значит, главное Священное Писание мы будем с отцом Иваном, а остальные будут уже продолжать. Сколько сейчас это будет? Значит, начинать мы будем всегда в 2 часа. Так что вы успеете отдохнуть, все. И в сумме все наши занятия будут длиться тоже около 2 часов, по полчаса каждый предмет. Вот. А в конце небольшая репетиция для будущего спектакля, и будем готовить заранее все, костюмы и декорации. Это нельзя сделать в один день, и когда начинают за 2 дня все это готовить, получается плохо. Начинать надо с самого начала. Вот. Итак, сейчас немножко мы посмотрим о жизни Христа, о Его рождении, о Его матери, о том, что было в первые годы Его земной жизни. Так. Может быть,
значит, вот писательница, которая будет составлять для вас сценарий вашего рождественского праздника. Вот она с вами познакомится, пообщается. Вот. И для всех для вас будут соответствующие роли. Это будет не что-то такое старое, а мы создадим все новое. Мы это делаем вместе с по телевизору смотрят, наверное, пьесы какие-то. Пьесы по телевизору, это конечно. А в театр кто ходит? Поднимите руки. Неужели так много? Удивительное дело. Молодцы. В Москве ходите в театр? А? Ну, не да? В Пушкине же. Да? А в какой театр? Кто скажет? Ты куда ходил в последний раз? Не помнишь? А кто помнит? Кто в какой театр ходил? Но вы все с удовольствием будете играть в спектакле, да? А кто из вас будет играть главную роль? Ну, говорите сразу, сразу, сразу. Всех. Кто хочет играть главную роль? Все хотят. А, все хотят? Все или нет? А кто-нибудь мечтает стать артистом? А? Есть такие? Вон. Ты? Двое уже. Все. Так, а как тебя зовут? Надя, да? Василиса. А еще кто хочет? Василиса. Ты хочешь? А тебя как зовут? Василиса. А из мальчиков кто-нибудь хочет быть артистом? А? Нет? Ну ладно, но все равно вам придется как-нибудь, хоть вы не хотите, но потихонечку, понемножечку. Ладно? Договорились? А может быть кто-нибудь из вас хочет рисовать декорации? Кто из вас рисует, а? Прекрасно. Значит, ты у нас будешь главным художником, да? Вот, потому что декорации вы тоже будете рисовать сами. А кто любит петь? Кто учится в музыкальной школе? Есть такие? Так, так, так. Ну, Володя, ты посмотри, а? У нас уже и хор готов. Но все равно петь будем все. Но кто учится, кто хочет, те будут солистами. Пожалуйста. Значит, прекрасно. Все у нас тут хотят играть, хотят рисовать. Девочки, а кто-нибудь шьет из вас, а? Настя. Настя? Хорошо. И костюмы будем шить сами, да? Научитесь. Так что, в общем, у нас тут будет очень много интересной работы. Приготовьтесь. А сценарий я постараюсь написать так, чтобы нам понравился. Договорились? Да? Все согласны? Конечно, когда будет вечер, зал будет полный. Мы пригласим всех ваших, не только родителей, а всех ваших знакомых и наших ребят, ваших сверстников, москвичей. В общем, сколько сюда влезет народу. А если уж будет очень много, и мы сюда не влезем, мы тогда попросимся туда, в Пушкинский дворец культуры. На один раз, я думаю, они нам. До декабря он во веки веков. Так. Кинотеатр? Да, можно будет на один вечер у них арендовать, да. Вот тогда мы можем пригласить всех. И это будет уже по-настоящему. Хорошо, сейчас. Молодец, хочешь? Да. Ну, значит, нужно будет
я должен вас предупредить, что пению будут вас учить два человека. Софья Алексеевна будет учить церковную песнопение в основном. Вот. А Владимир будет учить колядкам, колядки рождественские песни. И другие христианские праздничные песни. Ну вот, нужно прежде всего любить петь. Потому что на самом деле мы люди очень любят петь все. Особенно дети любят петь. Вот. Просто нужно сделать такое открытие, чтобы любить петь. Это очень легко сделать. Нужно будет начинаться на всякий раз. Вот. И мы будем заниматься таким образом. Мы записывали слова какой-то песенки, коллеги. Рождественские, да? И потом будем разучивать музыку. Будем учиться петь. Будем учиться петь и будем учиться делать это с любовью. И все. Так, ребята, а теперь мы перейдем к своим фильмам, которые у нас есть в программе. Я хотел вам вот вместе с вами выполнить эту маленькую миссию. Вчера кто был на службе, все знают о том, что я уже вначале в том случае сказал, что отец Александр 30 лет, во-первых, он как занимается, своим подвижничным трудом. Нам хотелось бы, я думаю, что вы, ребята, нас поддержите, и родители тоже поздравить Александра. Я хотел прочитать, что наше маленькое стихотворение нашего прихожанина Александра Зори. Он вышел проводить нас за калитку, а проводил за лес. Темным темна стояла ночь, сплошная, как стена, а на развернутом, на звездном свитке надмирные блескали письмена. Высвечивал его свеча, сарай, груды кирпича, мостки, каналы, месиво дороги, буксующие пусть времена и сроки немыслимые на себе волоча. Он пошутил, а дальше вас направит вон та звезда. Идти за ней легко, и знак того, что сниз свечу не ставит, над головой поднят высоко. Я хочу, чтобы отец Александр с Божьей помощью, мы все должны об этом молиться, еще долго нес свечу божественного знания всем нам, которые он уже делает так долго и так замечательно. Поздравим его. С открытием нашего праздника поздравим отца Иоанна. Благодарю Святое Имя Божие. За Иисусе спасение, во всем благое поспешение. Подать Господи, рабу Твоему пред Александру, и сохрани его на многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, сказать, ребят, что среди наших прихожан, которые помогают мне сейчас, многие пришли в нашу церковь в вашем возрасте. И даже еще младше. Некоторые родились тут, вот когда я уже был в этом храме. Сейчас у них, в свою очередь, дети уже кто в детском саду, кто в школе, а некоторые даже в институте. Так что я надеюсь, что мы с вами долго еще будем трудиться. Так, сейчас, значит, когда вам будут показывать, вам Валентин Михайлович покажет эту первую серию. Вот. А я с вами пока прощусь. У меня сегодня встреча лекции в Москве. Как раз уже за мной приехали. Спасибо большое.
каком ужасном положении находятся дети, и что сейчас их дети подвержены всяким вот воздействиям. Воздействием чего? Не, ну всяким, так сказать, моральным воздействием. И аморальным. Да. Вот, и что вот она работала в Артеке, вот, а потом я что-то стал говорить, что про Артек и про пионеров я все знаю. И чего дальше? И вот она вот стала говорить, что это не